Друзья, всем привет! Хочу вам показать пару авторских красавцев, которые полностью сейчас готовы. Они со мной на выставке, поедут в Краснодар на выставку. Приходите. Смотрите, вот такой вот малыш с таким узором. Смотрите, в чем его уникальность. Обратите внимание на скримшоу. Какие тонкие линии. Смотрите, как все выполнено. Ну, соответственно, ножны в одном стиле. Все вот так гармонично смотрится. Ножичек в продаже. Также еще вот такой вот нож с очень авторским сложным клинком из мозаичного дамаска. Обратите внимание, на как сделан фрезерован носик дол. Здесь, то есть, тоньше. Здесь такая вогнутая линза идет. Видите? А носик здесь толсто. Сейчас, секунду. Вот. Он здесь там толще. Рисунок просто обалденный. Нож абсолютно рабочий. Твердость 60 единиц. Такое скрим-шоу в виде кельтского узора. Рукоять — это рог буйвола. Ставочка — стабилизированный зуб мамонта. Больстер макумы. Так вот, все выполнено. Ножны тоже формованные, кожа растительного дубления, все в одном стиле, соответственно. Так, что хочу сказать. Они сейчас, эти ножи, едут у нас на выставку в Краснодар. Сейчас они, конечно, находятся в Москве, на выставке «Охота, рыболовство на Руси». Сегодня на до 16:00. Далее они поедут в Краснодар на выставку. Это уже на следующей неделе, которая будет с четверга по воскресенье. И также, если ножи останутся, поедут со мной на выставку «Клинок» со 2 по 5 ноября. В общем, всех приглашаю. Обязательно приходите, приобретайте качественные ножи, качественный товар, авторский, с художественным таким оформлением, которое нет ни у кого, которое будет вас удивлять и радовать глаз, и в том же числе и работать этими ножами можно. Все, всем спасибо, всем удачи.